сейчас мы поедем рыбачить с Квоком на собак. Давай поднимай, красавчик! А где, я не знаю. Ты смотри, красава. Давай, 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 стой, главное, не падай. Сейчас. Чуть-чуть ослабь тормоза тут. Во! Хорош. Нормалек. Наконец-то достучались. Молодец, Влад. Красотуля. Ну-ка приподними тут бам сразу. Можем, идет, уже поплывок. Чуть-чуть ты можешь спросил. Ослабить тормоза сейчас у лодки. Пусть гуляет потихонечку. Ух ты! Ничего себе! Ого. Ты смотри, какой он дерзкий, а? А что у него с плавником? Это большой, а тут маленький совсем. Ну, видать, поврежденный, может, был. Смотри, вот это рейнский сом, блин. Сразу видно, как он дает жару. Все, приподнимаю. Во-во-во-во. Молодец. Смотри, грузила только в кольце метр. Ну все, наверное, можно уже принимать его. Нет, нет, осторожно, вниз. Крючками, чтобы не вошел. Смотри, не хочет сдаваться. Красавчик. Держи его от лодки. Давай. Возьмешь? Ага. Меня ж ноги не держат. А что? Я не знаю. Таких можно, но еще разворачивать. Развернись. О! Смотри, ну такой же он мельче казался. Влад! Хотел травку.